Вес такого автобуса с полной нагрузкой без малого 6 тонн. Авария произошла утром. Он был полон пассажиров, которые спешили на работу. Водитель легкового автомобиля Hyundai не убедилась в безопасности маневра. При повороте с улицы Крымская на Первомайскую попыталась проскочить перед автобусом. В результате маршрутка ударила дорогую иномарку в бок. Возможности остановить многотонную машину у водителя не было. Она резко завернула. Я уже не знаю, смотрю, уже идет. Я уже вот здесь. По тормозам уже куда? Я уже ничего не мог делать. Буквально через несколько минут на место ДТП прибыл первый реанимационный автомобиль. Медики осмотрели предполагаемую виновницу аварии. От серьезных повреждений ее спасла система безопасности автомобиля. А вот самой машине потребуется весьма дорогостоящий ремонт. Среди пассажиров автобуса травму получила женщина. На место происшествия прибыла вторая бригада скорой помощи. Итог этой аварии неутешителен. Двое пострадавших в больнице. ГИБДД еще раз напоминает о том, что автомобиль – это источник повышенной опасности. Водитель должен быть предельно внимателен и осторожен, ведь от его поведения на дороге может зависеть чье-то здоровье, а возможно и жизнь. Руслан Душевский, Анапа регион.